Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-та. Так, всем привет, с вами Аркс Плюй. И наконец-то пришло время моего любимого PvP. Я так долго этого ждал. Пару дней не играл в PvP. У нас уже обновленная карта, да? Зима? Зима везде. Ну что ж, рандомим. Мы играем, по-моему, за свет. Я не помню, честно. По-моему, за свет мы играем. Ну, неважно. О, пак! Пак! Довольно хороший герой, но мне он, честно говоря, не очень нравится. Ну как не нравится, просто, ну, не мой. Но герой очень хороший, у меня хвост на него есть уматный. Кстати, этот хвост, он будет разыгрываться в конкурсе. Вот все, кто видит это видео, мои подписчики, да, которые не знаю, кстати. Вот в идеале после этого видео зайдите ВКонтакте и гляньте на моей стене. Скоро будет огромный новогодний конкурс раздачи вещей. Там будет очень много итемов, наверное, штук 20 будет. Да-да, штук 20. И при этом там будет использоваться уникальная программа, у которой никого нету. Полная честность, все честно. Ну, об этом позже. О, Пуджик! Пуджик! Так, ну Пуш будет хуковать очень редко, поэтому покупаем сразу баночку. Ну и статы возьмем. Эх, Пуш, ГГВП, ГГВПшечка. Не-не. Не дождешься, дружок мой. Эх, Пак, Пак, как же давно не играл я за Пака, очень давно. Так, ну первый скилл, я знаю, это у нас сфера летит. Потом второй скилл, это у нас сало. Третий скилл, это астрал. И ульта у нас есть. Давайте подумаем. Так, пудж, 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 пудж. Кстати, мы можем кинуть второй скилл на пуджа, и тогда он будет вонять дальше, тоже хорошо. Длительность 3 секунды. Раз, два, три. Я вот не знаю, сейчас уже работает такая тема, когда пуш себя денайдит. Засчитывается ли это как убийство? Потому что мне выпадал минер, я играл против просто мудака, расслаблялся, да? И я делал суицид, ему засчитывалось, что это он меня убил. Поэтому я не знаю, как сейчас будет с пуджом. Можно, короче, это второй скилл нам делать акцент, чтобы сало было. Тогда пуш будет вонять, да, и он может сам себя убивать, мы будем его добивать. Ну и тем более, он просто не сможет хук делать. Ну давайте тогда сделаем так, вот так. Потом уже будем... Я не люблю играть им через астрал, честно. Поэтому, тем более, мы стоим на миду, здесь астрал, в принципе, не нужен. Опять я заговорился и забыл про крипов. Все, бежим. Ведь у нас здесь зимушка. Кстати, а если взять зимнюю карту, да, короче, и поставить эти... Помните, раньше были сферы... Кто покупал компендиум, они знают, там было три сферы. Так. Не, немного по-другому надо сделать. Вот так надо. Вот. Было три сферы, короче. А если поставить сферу дождя, получается, что зимой будет идти дождь? Опа. Давай, братюня. Опа. Вот ты, вот это ты сильный, сильный пос. Нормально. Ну, Пак довольно интересный персонаж. Кстати, я помню, когда вот начали переходить люди с первой доты, да, и увидели Пака, как они ныли там. О, забейте, как они ныли. Типа, в первой доте он был по-другому, да, а здесь какой-то, не знаю, няшный такой персонаж. У-у-у. Лови, параша. Так, можно, в принципе, уже дамажить это говно. Опа, пес. Пошла сюда, мразь. Пошла. Тихо, тихо, тихо. У него... А, ему же хук, кстати, подняли. Напомню вам, что я когда читал обновление, да, видео есть. Пуджу увеличили дальность хука на первом левеле. Поэтому надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Говно. 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 Пошла сюда, мразь. Или можно все-таки делать акцент на первый скилл, чтобы его дамажить хорошенечко. Так, давайте. Эй, говно! Шмара! Шмара! Тихо, осторожно, осторожно. Пускай еще просядет по хпшке, пускай проседает. Пока у него еще много хп. Вот ты баночку юзаешь, да? Баночку юзает пуджик наш. О, бедненький. Опа, денайт, денайт. Пока, братиньо. Пока, пока, пока. Пускай там пуш побегает, он за баночкой, а мы потихонечку пофармим. Опять же, видите, он же может взять какую-нибудь руну, типа хоста, у него будет преимущество, или инвиз. Он сейчас нас не убьет, потому что у нас есть первый скилл, мы легко можем уйти. Даже у нас будет астрал потом.
который я пока не буду качать. Так, видите, он ушел. Очень подозрительно. Скорее всего, все-таки руна инвиза у него. Качнем тоже и астрал. Ох ты, хорош, хорош, хорош. Эй, пес! Эй, говно! Эй, говно! Ой, ой, не туда, ладно. Эй, пес! Чмошник! Я говорю, я очень давно не играл за него. Очень давно. Очень давно. Пока, параша! Вот это и будет считаться или нет? Ну ладно, в любом случае, все, первый раз он сдох, это было слишком изи-бризи. Я мог туда телепортироваться, да, но прям под вышку я не стал все-таки рисковать, смысл мне обмениваться киллом на килл. Поэтому просто пойдем на базу. И мы как раз посмотрим в этом видео, чтобы вы знали, самое актуальное, да? Считается или не считается? Все, гоу, быстренько сбегаем на базу, купим ТП-шечку. Так, как бы нам... Нам, конечно, просто собраться в дамаг. Давайте тогда соберемся через этот. Ну, талисман тогда купим. Давай, братюня, быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы у нас была мана. Прям хорошо так маны было. Потом... Давай, 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 чувак. Так. Потом, короче, купим ТП-шку, пойдем. ТП-шечку, ТП-шечку. И что-нибудь еще на статы. Давайте вот это говно купим. Все, let's go. Продадим, короче, я предлагаю купить тогда уже варды. Кстати, да, варды тоже будут нужны нам. Видите, пуш у них там фрифармит, вообще крипов убивает. Ну, убийца, убийца. Опа. Так, дефаем. Пиу. Опа, хорош, 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 про, про, про. Ну, например, сейчас вижена вообще нету, то есть я не знаю, где пуш, правильно? Поэтому надо обязательно поставить вард будет. Попался бы мне пуш. Мне кажется, пуджом вообще интересно играть, вот честно. Именно ПВП-шится пуджом. Вот опять, да, мразь? Вот я вообще его не вижу, этот тварь. Ага. Пока, 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 братюня. Ну, я вам говорил. Ну, ничего страшного, я это предусмотрел, так что все нормально. Я это предусмотрел, мы сейчас поставим вард. Пока, братюня, пока. Ну давай, давай, сдохни, шмара. Изи бризи. Отчаянный лох. Отчаянный лошок. Ну что? Полезная новость. Во-первых, мы выиграли. Просто в салат выиграли. Обоссали бомжа. Во-вторых, вы видели, он бы меня не убил никак просто. То есть я ушел первый раз, потом, когда я второй раз его увидел, тоже я знал, что я уйду второй раз. Он бы хуком никогда бы не попал меня именно в той области. Поэтому здесь он бы умер 100%. То, что вышка его убила, тоже было предсказуемо. И в-третьих, да, мы теперь будем с вами знать, что когда пуш сам себя денайдит, это тоже считается за убийство. Я считаю это честно. Согласитесь, когда он первый раз умер, я его продамажу почти до конца. Я ему продамажу 99%. Он один сделал денайд. Все честно. Изи вризи. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.